Я бизнес-тренер Константин Полфинов, и это очередной совет недели на канале «Автомаркетолог», посвященный ловушкам мышления. Тему сегодняшнего ролика подсказали частые дискуссии во время тренингов по управленческим навыкам, которые я сейчас провожу в разных городах нашей необъятной страны. Сейчас, например, я записываю ролик в городе Братск. Мы обсуждали мотивацию сотрудников. Вот скажите, пожалуйста, что мотивирует ваших сотрудников работать? А что мотивирует лично вас? А теперь сравните свои ответы с результатами эксперимента, который в 1999 году описал в своей статье американский ученый в области менеджмента Чип Хелс. Он попросил 25 менеджеров колл-центра Ситибанка проранжировать ряд факторов мотивации в соответствии с ценностями, присущих их коллегам из службы поддержки клиентов, которых, по их мнению, они знали достаточно хорошо. Анализируя результаты, Хелс заметил, что менеджеры посчитали наиболее важными для коллег такие факторы, как размер заработной платы и гарантия трудоустройства. А такие факторы, как, например, развитие навыков и способностей или достижение чего-то стоящего, оказались в конце списка. Параллельно Хелс попросил представителей службы поддержки самим оценить важность факторов своей собственной мотивации. И списки, которые они составили, были почти полной противоположностью тем, которые составили их менеджеры. Оказалось, что внутренние факторы занимают более высокое место. И что самое интересное, аналогичные результаты были получены и при оценке того, что драйвит менеджеров и даже своих друзей, хотя казалось бы, что друзей все знают как облупленных. Собственно, Чип Хелс и ввел понятие «предвзятость внешнего стимула». Это тенденция приписывать мотивацию людей внешним стимулам, таким как гарантия занятости или высокая заработная плата, а не внутренним, таким как, например, изучение чего-то нового. Помните фильм «Дьявол носит Прада»? В нем главная героиня Энди Сакс берется за, казалось бы, невыносимую работу в качестве младшей ассистентки главного редактора журнала мод Миранды Присли, движимая перспективой хорошей работы. Мотивация кажется простой. Это ступенька на пути к карьере. Ведь для того, кто хотя бы год проработал под началом Миранды, в мире журналистики открываются все двери. Однако, на самом деле существует множество внутренних факторов, которые драйвят Энди. Она принимает вызов, находя удовлетворение в изменении своего стиля, умении угодить сложному начальнику и добивается результатов в самых сложных задачах. Почему важно учитывать предвзятость внешнего стимула? Поскольку схема вознаграждения и система стимулирования часто создаются людьми для людей, предвзятость внешнего стимула особенно важна в менеджменте и разработке продуктов. Если мы неправильно оцениваем цели других, мы не можем использовать все доступные нам стимулы. В той же самой работе есть два вида мотивации. Один из них – внешний, который обусловлен внешними факторами, в основном вознаграждениями. Другой вид является внутренним, что означает, что стимулы исходят изнутри. Когда мы недооценим внутренние стимулы людей и вместо этого предпочитаем верить, что людьми движут исключительно внешние стимулы, это предвзятость. С другой стороны, система внутренних вознаграждений кажется идеальной, поскольку она исходит изнутри и не требует подкрепления со стороны окружения. Однако мы не живем в пузыре, поэтому финансовое вознаграждение тоже играет свою роль. Более того, для некоторых людей или для определенных ситуаций внешний стимул может оказаться более эффективным, чем внутренний. Кому-то внешнего стимулирования достаточно, чтобы вдохновить их продолжать качественно выполнять работу. А другие люди более мотивированы вознаграждениями, основанных на ценностях. Причем, согласно некоторым исследованиям, чрезмерные внешние стимулы могут привести к снижению внутренней мотивации. Ключевая идея для менеджеров, чтобы избежать предвзятости внешнего стимула, является равное внимание к двум аспектам, а не переоценка одного и игнорирование другого. Так как же нам избежать этой предвзятости? Вот три моих совета. Первое. Общайтесь. Эффективное общение может изменить то, как ваши сотрудники работают и реагируют на стимулы. Проводите индивидуальные встречи с сотрудниками, и на этих встречах в том числе узнавайте мотивационные факторы подчиненных и учитывайте их, чтобы повысить эффективность работы сотрудников. Второе.
Не надо все сводить к прямолинейному принципу баш на баш. Давать и брать не является обменом между людьми, если только вы не совершенно незнакомые люди. На работе должна быть культура поддержки и заботы. Например, вы предлагаете бонус или двойную оплату за хорошо выполненную работу, но ваши сотрудники, возможно, предпочли бы, например, гибкий график, чтобы облегчить заботу о своих детях. И третье, как я уже говорил, не отвергайте полностью внешнее вознаграждение. Посмотрите на каждую ситуацию индивидуально и убедитесь, что внешние и внутренние вознаграждения сбалансированы. Первые могут мотивировать людей на неинтересные или скучные проекты. Убедитесь, что они соответствуют конкретной работе или поведению, и постепенно отказывайтесь от них, как только работа будет завершена. Слишком большое вознаграждение может снизить мотивацию, поскольку тогда сотрудник будет чувствовать, что имеет на это право на регулярной основе. В большинстве случаев люди работают ради внутреннего и внешнего удовлетворения, поэтому сбалансируйте их в равной степени. Мы прошли долгий путь с тех пор, как Фредерик Тейлор, отец научного менеджмента, заявил, чего рабочие больше всего хотят от своих работодателей, так это высокой заработной платы. Конечно, деньги по-прежнему имеют значение. Но современный менеджер понимает, что сотрудники ищут смысла и удовлетворения от своей работы, а не только зарплаты. Эти менеджеры изучают, что именно драйвит подчиненных и соответствующим образом настраивают мотивацию. На этом у меня на сегодня все. До скорой встречи, ведь за советы недели мне не платят ни копейки. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round.